Супруги переехали в новую квартиру. Жена говорит: «Дорогой, нам нужно срочно купить шторы, а то когда я вечером буду раздеваться, меня могут увидеть соседи». «Зачем деньги тратить? Если они тебя увидят, то сами шторы купят». «Соседка, скажи, а мой козел не у тебя?» «Нет». «А с какого перепуга ты у меня спрашиваешь?» «А он сказал, что пошел к проституткам». «Так и нафиг ему было из квартиры выходить?» «Вовочка, ты зачем с нашего балкона в соседа кирпич бросил?» «Папа, я больше не буду». «А ему больше и не надо». Встречаются два соседа. «Иван, если бы ты знал, какой страшный сон мне сегодня приснился». «Какой?» «Приснилось, будто купили мы с тобой бутылку водки, а по дороге домой нечаянно разбили». «Да ты что? А за чьи деньги была куплена водка?» «За мои, сосед, за мои». «Ох, Степан, хоть немного от сердца отлегло». Сидят два мужика в бане. «Вася, ты что, еврей? С чего ты взял? У тебя же хрен обрезанный». «Ну, не обрезанный, а надкушенный».